Крупнейшая в этом году партия опия сырца изъята в Иркутской области. Около 200 килограммов афганского наркотика везли в Россию по трассе Новосибирск-Иркутск двое наркодилеров из Киргизии. В багажнике их «Жигулей» оперативники нашли две бочки, в которых были спрятаны 130 свертков с опием на общую сумму 400 миллионов рублей. Товар предназначался для бывших заключенных в Сибири. Бочки с опием должен был встретить и перепрятать в своем коттедже местный криминальный авторитет. Впоследствии он был задержан вместе с наркодилерами. Возбуждено уголовное дело.